как каждого, наверное, спортсмена и вообще жителя города, вообще мира, да, мы также на карантине, мы также не можем тренироваться, у нас объект, наш стадион «Локомотив» Даугавпилсе закрыт, тренировки запрещены на нем. И вот когда, в принципе, я думал, как получилось так, что карантин ввели 13 марта в нашей стране, да, в Латвии, и в этот день я собирался уезжать в Польшу уже на тренировочные сборы со своей новой командой «РОФ Рыбник», за которой буду выступать в этом году. Ну и там тоже ввели положение карантина и закрыли границы. Поэтому остался дома, и хорошо, что вовремя похватились, так сказать. Ну и сейчас что нам остается? Тяжелая зима за нами, тренировки, все отработали, вот-вот думали, выедем на трек. Ну, тут на первом месте здоровье, а там уже спорт, это, так сказать, высказаться, если грубо, такое развлекалово, которое в данной ситуации отходит на второй план, поэтому ждем. И ждем, чтобы как можно быстрее все разъяснилось. А мы продолжаем готовиться и в одиночестве, на свежем воздухе. Много бегаем, ездим на мотокроссе. Поэтому стараемся себя чем-то занять, не только плохими новостями забивать себе голову, а также развеивать их. Поэтому будем следить и надеяться на лучшее. Но перспективы лиг вообще, мы постоянно в контакте с руководством клуба, моего польского клуба нынешнего, да, я также разговариваю с местным руководством, какие им сигналы идут от руководства Польской мотофедерации и Швеции. Но на данный момент все гонки всех польских лиг отменены уже до конца апреля, когда уже у нас должна была лига стартовать. 5 апреля у нас должна была быть первая гонка, первый тур. Но уже до конца апреля все гонки отменены. И, ну, так это даже не будем смотреть. Конечно, мы оптимисты и все, но мне кажется, что до конца мая точно мы не выйдем. А середина июня вполне реальный срок, когда лига может поехать, но это, конечно же, все зависит от ситуации, какая будет в мире, в Европе, да, насколько будет открыты границы и тому прочее. Поэтому да, держим кулаки за нас, за наше здоровье, и чтобы как можно быстрее победить эту бациллу. Самый такой прогноз, наипоздний вариант, это когда мы можем начать лигу, это июль месяц. И тогда мы успеем проехать весь чемпионат, учитывая плей-офф. Он чуть-чуть затянется, когда, в принципе, всегда лига заканчивалась в конец сентября. Но сейчас это может... Погода, по идее, позволяет. С нынешней погодой, да, какая у нас сейчас. До середины октября разыграть все туры, учитывая плей-оффы, финалы, полуфиналы. Поэтому... Если мы начнем в июле, то это будет хорошо, и поэтому у нас не будет тогда выходных, будет, конечно, плотнее график намного, чем он был запланирован, потому что в июле у нас всегда 2,5 недели отдых от лиговых гонок. Это такие больше даты резервные, если где-то не получилось гонку отъехать из-за погодных условий. Поэтому... Да, наипоздний вариант, и чтобы проехать все матчи, это начать в начале июля. Сейчас просто проехал достаточно хороший стабильный сезон в первой лиге. Поступили предложения с экстралиги, от чего я просто не мог отказаться. И как гонщик достаточно молодой, я хочу развиваться и хочу ездить с лучшими. Поэтому выбор покинуть, опять же, родное гнездо и поехать в экстралиги, это лучшая лига мира, и только там станешь лучше и научишься чему-то больше. Топтаться на месте – это тоже не вариант. Я пробовал уже себя в экстралиге, год у меня получилось, год я чуть-чуть завалил, и поэтому будем пробовать снова и оттачивать свое мастерство и конкурировать с лучшими. Так,
Только так станешь лучше и вырастешь как спортсмен. Еще, наверное, не рассматривали такой вариант, чтобы отменить лигу полностью, да, в этом сезоне и вообще не поехать этот год. Я думаю, такой вариант не рассматривался, поэтому не могу прокомментировать этот вопрос, как будет, если отменят все чемпионаты, ну и как это будет выглядеть на последующие года, ну, допустим, через год, да, останутся те же составы или будут новые трансферы, или ну, тут сложно сказать, и это будет решать экстралига, да, и Польская Федерация, поэтому это, наверное, нам надо будет задавать им вопросы и что с нами дальше будет, поэтому ждем, но ждем позитив, больше склоняемся к позитивному результату и исходу, что мы все-таки выйдем в этом году и отъедем полноценный сезон. Сейчас в магазин только я хожу, да, семья, ребенок, жена в основном по большей мере находится дома, в общественные места не ходят. Придерживаемся, в принципе, всем указаниям, выдвинутым правительством, да, и поэтому стараемся больше изолироваться, да, от таких мест, как торговые центры, кафе и магазины. Опять же, повторюсь, что в магазин хожу только я, и в принципе, проводим время на свежем воздухе, подальше от людей, где мы можем, вот, грубо говоря, только с семьей прогуляться, подышать свежим воздухом, насладиться хорошей погодой весной. Поэтому переживаю, конечно, за семью, и как каждый, переживаю за свое здоровье. И как в силу нашего менталитета такого, что казалось бы, что до нас это не дойдет, это меня не затронет. Да нет, дойдет и до нас дойдет, до нашего города больше дойдет. Но я считаю, что не надо паниковать, соблюдать все вот эти вот принятые меры правительством, ограничения все. Надо постараться как-то ограничивать себя в общении с друзьями, как бы это ни хотелось бы. Поэтому чуть-чуть потерпеть надо. Ну, надо понимать, что здоровье твое и здоровье твоих близких – это самое главное. А остальное – это уже все дело такое, что будет здоровье, будут и финансы, будет и работа, будет все, что надо человеку для быта. И поэтому надо чуть-чуть перетерпеть, и все вернется на свои места. Co za Kasprzakiem? Czy poradzi sobie również z łagutą? Jest bardzo szybki, a jego złocisty plastron dodaje mu jeszcze prędkości. Tu się szykuje wielki speedway. Jak ścigaczem wchodzi w ten łuk Andrzej Lebiediew.